Привет, меня зовут Анастасия, и я рассказываю о маркетплейсах. И сегодня мы с вами поговорим о том, какой маркетплейс является самым популярным. Посмотрим статистику и сделаем свои выводы. Я думаю, вы уже все 100 раз видели рекламу «Как я заработала на Wildberries 1 миллион». В общем, сейчас это очень и очень популярно, поэтому я решила провести небольшое исследование с помощью Яндекс.Вордстата и посмотреть, какой же маркетплейс является самым популярным и кто из поставщиков хочет там продавать, а именно какие страны. Самый популярный маркетплейс – это Wildberries. Об этом кричат на каждом шагу, но фактически цифры никто не предоставляет. Давайте посмотрим. По запросу «Как продавать на Wildberries» за последний месяц было более 5000 запросов. То есть более 5000 раз этот запрос использовали. Из них 5000 приходится непосредственно на Россию. Остальные в большей степени плюс-минус распределились между Казахстаном, Украиной и Белоруссией. Что удивительно, потому что в Казахстане и в Беларуси можно продавать, но Украина им пока нельзя. Но они, кстати, очень сильно интересуются всеми маркетплейсами. Меня это на самом деле радует. Что касательно других стран. Европа и даже Америка также вводят эти запросы. И я думаю, это связано с тем, что те русскоязычные граждане, которые живут в Америке, понимают, что такое Wildberries, понимают, как он работает, и покупая, а теперь Wildberries там продает, покупая на этой площадке, понимают, что можно как и на Амазоне там продавать. И поэтому интересуются. Поэтому я не удивлюсь, если найдутся те жители, которые живут в Америке и которые зарегистрировались в России, а может быть Wildberries дойдет до Америки, и интересуются этим, чтобы продавать и будут продавать на этой площадке. А именно на Wildberries. Ну, также интересовалась Европа, что немаловажно, туда тоже Wildberries продает. Ну, в общем, Wildberries оказался самым популярным. Это неудивительно. Не забывайте, что у меня большое количество каналов, куда вы можете подписаться и следить за всеми нововведениями, за всеми новостями и всем, что я рассказываю. Это Телеграм-канал, Инстаграм, Ютуб, конечно же, Яндекс.Цен. Все ссылки есть в описании. Я очень и очень жду вас. Когда я готовилась к этому видео, на самом деле я думала, что Озон займет второе место. Но оказалось, он даже не занял третье место по количеству запросов. То есть я проверяла запрос, как продавать на Озон. В итоге его опередил и Яндекс.Маркет, и Алиэкспресс. Что, кстати, достаточно удивительно, потому что Озон вкладывает большие деньги в продвижение вообще себя как маркетплейса. Но тот год, по моему мнению, они направили в большей степени на то, чтобы привлекать покупателей. То есть это была численная система скидок, это большое количество привилегий для покупателей. Но при этом поставщиков они, ну, брали, но не было такой прям большой политики по сравнению с Wildberries. В этом же году они поняли, что, конечно, круто продавать, но кто-то должен продавать. И поэтому пока Озон занимает четвертое место. Давайте теперь посмотрим как раз по цифрам, кто занял второе, третье и четвертое место. Итак, почетное второе место у нас занимает запрос «Как продавать на Алиэкспресс». В России за последний месяц его запрашивали 4511 раз. И это 90% от всех запросов. И третье место у нас получает Яндекс.Маркет со своим запросом «Как продавать на Яндекс.Маркете». В России этот запрос делали 2742 раза, и это 92% от общего количества. Также Яндекс.Маркетом интересуются в Украине и в Европе. Другие страны и регионы менее интересуются этим маркетплейсом, скорее всего, потому что ни Украине, ни Беларуси, ни Казахстану продавать там пока нельзя. И четвертое место у нас с вами занял Озон, что, опять же, как повторюсь, очень удивительно. В России было 1301 запрос, и это 84% от общего количества. Но что удивительно, было 14 запросов из Индонезии. Скорее всего, кто-то либо из отдыхающих, либо из тех, кто
продает оттуда, решил посмотреть вдруг этот запрос. Но, кстати, когда я была на форуме, в качестве приглашенного спикера был поставщик, который находится как раз, не помню какая страна, но где-то в том районе, и она продает на Озон. Возможно, как раз именно в то время она и запрашивала, как продавать на Озон для себя. А что насчет иностранных маркетплейсов? Я посмотрела, конечно же, только Amazon. Что вам хочу сказать? 1968 запросов пришлось на «Как продавать на Amazon». И это тоже больше, чем Озон. Честно, я расстроилась. Мне прямо жалко площадку. Можно сказать, что это не те целевые запросы. Но я вообще решила посмотреть, какие запросы подходят под запрос «Как стать продавцом?». И чтобы вы понимали, самые популярные там Wildberries, он несколько раз повторяется, Озон один раз и даже Яндекс.Маркет. Амазона и Алиэкспресс там вообще нет. Теперь давайте прямо немножечко подытожим, что же мы можем понять из этой ситуации. Я думаю, такое прям большое, большее количество запросов на «Как продавать на Wildberries» связано с тем, что эта тема развивается. Вы можете на самом деле увидеть рекламу просто везде. Инстаграм, Яндекс.Директ, то есть вот эти вот баннеры, Ютуб. Большое количество поставщиков, большое количество предпринимателей, которые готовы вас вывести на миллион за 2 дня. Я, в общем, смеюсь над этим. Ну ладно. Так вот. Почему такая популярность? Скорее всего, из-за этого. Потому что люди видят, что другие обучают этому. Следовательно, я пока не пойду никому учиться, но посмотреть посмотрю. В других направлениях пока мало. Но в данном случае я вижу огромный рост для тех, кто более сообразительный и не хотят идти по пути наименьшего сопротивления и по пути, который уже прошли многие люди. Озон не занят, Яндекс.Маркет не занят. Можно идти в этом направлении и помогать людям и рассказывать, как продавать на Озон, на Яндекс.Маркет, на Алиэкспресс. Такой рекламы было очень и очень-очень мало, прямо точечно. И это меня радует. Что я могу сказать? Я продаю на Wildberries, я продаю на Озон, на Алиэкспресс, и вот-вот я выйду на Яндекс.Маркет. И вам я, конечно же, буду рассказывать всю информацию по этим площадкам, как и всегда. Стараюсь максимально осветить какие-либо вопросы, чтобы вам было проще. Ну, а если у вас есть какие-то особенные вопросы, либо вы хотите пройти обучение, то, конечно же, как всегда. Но давайте будем честными. Я никогда не обещала, что завтра вы заработаете миллион. Я честная со своими зрителями и с теми, кто у нас проходит курс. Мы всегда показываем честные результаты, и, следовательно, говорим, что вы можете достигнуть и что для этого нужно сделать. Задавайте свои вопросы, и я надеюсь, эта рубрика, эта подборка, это небольшое исследование было для вас очень интересно.